Мы видим, как вроде бы как детский интерес, детское праздное любопытство может быть переформатировано в определенные полезные для всего общества проекты, технологии, даже продукты. И я уверен, что вот здесь и сейчас рождается не просто профессионализм, а рождаются какие-то новые открытия, рождаются ноу-хау, которые, безусловно, пополнят копилку патентов Российской Федерации. Мы начинаем подводить итоги года. И несмотря на то, что точки роста открылись к 1 сентября, цифровая образовательная среда уже работает, школы полного дня также существуют у нас уже с начала учебного года, сегодня мы собрали все это вместе для того, чтобы показать в рамках эстафеты все те сущности нацпроекта, которые были созданы в этом году. У нас их большое количество, и я думаю, что в следующем году мы продолжим это направление, эти традиции. Наш проект, конечно, проходит определенную перезагрузку, но Нижегородская область остается и будет оставаться активным участником нацпроекта образования.